нашел 9 новых круглых ям в Майнкрафте. Привет, я повар-обезьяна. Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды. 1, 2, 3. Всем привет, ребят, с вами я, Зомбак. Сегодня посмотрим на новые круглые ямы. Вы посмотрите, какие тут классные персонажи. Смотрите, здесь и персонажи из Банбана. Вон, например, многоглазый. Смотрите, сколько у него глаз на теле. Разные персонажи. Вон там есть Стинки, вон тоже, вот, видите, много-много разных персонажей. Также здесь есть Соник добрый, миньончики, и вот даже такие. Короче, ребят, давайте начинать. Я предлагаю сейчас выбрать, наверное, какого-нибудь Соника. Он очень классный и прикольный. Мы сейчас к нему прыгнем, посмотрим, что же интересный сюжетик он там себе хранит. Ну что ж, ставьте лайки, а я прыгаю в яму Соника. Погнали! Ого, фиолетовый миньон и зомби-миньончики. Здесь все монстрики, что ли, собрались? Ну давайте с вами сразимся, будет со мной драться. А! Я пошутил, не надо меня бить. Они все против меня, ребята. Ладно, берем меч тогда. Или вот этот бластер. Вот такой вот. Получай, монстряга. Давай, я ж с тобой справлюсь. Ты что думаешь, я тебя не одолею? Ребят, как с ними справиться? Их очень много. Они со всех сторон на меня идут, и они сильные. Поддержите меня лайком, друзья, чтобы я справился с этими злыми миньонами. Ты куда в стену идешь? Что с ним стало? Ребят, он какой-то странный. Он куда-то в стену идет. Эй, я тут. Эй, ладно, ладно, я тогда с тобой сам разберусь. Так, что у нас здесь вообще такое? Можно включить-выключить свет. Но чтобы пройти дальше, в сундучках... В сундучках ничего нету. Но мне нужен ключ, ребята. Где я найду алмазный ключ? Так. Лестница. Какая-то лестница. Куда она ведет? О, ключ! Я нашел ключ! Стоп, подождите, как его забрать? А! Я упал! Так, ключ у нас наверху, ребят. Нам нужно как-то туда забраться. Опять, давайте попробуем с этой стороны. Опа! Цепляем! Отлично! Я забрал ключ! Хорошо, мы можем попробовать пройти дальше. Ух ты! Кактусная поляна! Здесь реально много кактусов и посередине трубоголовой. Смотрите, там разные монстры. Ну окей, давайте попробуем пройтись. А я могу поверху, да, проходить? А нет, надо идти по низу. Ладно, я возьму сейчас какой-нибудь из пушек и попробуем здесь не потеряться и справиться с этими испытаниями. Получай, трубоголовый. Это у нас какой-то кактусовый лабиринт, ребят. Проходить здесь реально сложно и страшно, потому что я могу касаться кактуса и получать урон, видите? Ай, ай, ай. Больно так-то. Ладно, будем осторожнее, ребят. Походим сюда, Монти, давай, получай. А интересно, эти монстры тоже будут получать урон от касания с кактусом? Давайте попробуем это сделать. Эй, ты! Он коснулся кактуса и получает урон! Ха-ха! Ну ты, конечно, и вообще... Сейчас мы тут с соседом справимся и сможем выйти наконец-то из этой комнаты. Мне немножко поднадоело сидеть в кактусовой комнате. Тут реально высокие кактусы, которые колятся еще. Ладно, проходим дальше. Здесь у нас добрый Соник. Привет, Соник! А! Здесь монстры! Подожди, Стингер, отстань от меня. Хаги-ваги, давай, подходи. Подошел ко мне. Че, боишься меня? А я тебя не боюсь. Стоп, это что там, мама, длинные ноги? Она немножечко, кажется, застряла. Ты что там, застряла, что ли? Сейчас мы с тобой справимся, не переживай, я тебя вытащу. Отлично, все, с ней справились. А здесь спрятался папа длинные ноги. Думал, я тебя не замечу, да, и ты потом на меня нападешь? Ну, конечно, конечно. Привет, Соник! О, привет, привет, зомбак! Привет, привет, что у тебя здесь? Да, я вот могу рычаг тебе дать, чтобы дальше пройти. Но для этого принеси мне, пожалуйста, из сундуков цветные блоки. Тут из сундуков? А, ты тут строишь дом, что ли, себе? Да, да, да. Давай я цветные блоки отменяю на рычаг. Окей, без проблем. Соник просто хотел построить себе дом, а ему мешали эти монстры. Так, наверху ничего нет, может там секретный сундук какой-нибудь. Так, давайте заберем красные блоки, зеленые блоки, видите, написано желтые блоки. Ну, вообще они оранжевые, ну, ладно, пусть будут желтыми. И синие блоки. Все, Соник, я положу это тебе все здесь в сундук, а рычаг я, пожалуй, заберу с собой, хорошо? Все, мы можем проходить дальше, рычаг поставим, открываем дверь.
И ого-го, ребята, вы посмотрите! Здорово, привет! Давай ты отправишься вниз, это друг Банбана. Но чтобы пройти дальше, мне нужно паркурить прямо над лавой с шипами. Я предлагаю здесь поставить спампоинт и попробовать пропаркурить. Киси-миси, хаги-ваги, получайте! Аккуратненько перепрыгиваем сюда. Возвращаемся. Так, аккуратно, я чуть не упал, я серьезно. Лишний прыжок, и я окажусь внизу. А снизу я уже точно не поднимусь. А, вот здесь лестница была, это чекпоинт, да? Или она... Она не до самого конца. Так что лучше вниз не падать. Так, Shadow, давай, лети вниз. Да хватит перепрыгивать с лестницы с блока на блок. Я тут вообще-то... А, у меня патроны кончаются, оказывается. Давайте возьмем себе другие пушки. Наверное, вот огнеметы всякие. И попробуем сейчас побить огнеметиком. На тебе, Sonic XZ, получай. Как же его сложно победить-то, а? Так, Sonic XZ, все. А, нет, я под самый конец упал вниз. Так нечестно. Ладно, ладно, я сейчас быстренько на одном дыхании пропрыгаю это все, ничего страшного. Придется, ребят, пожертвовать одной попыткой. Пройдем заново, да, без проблем. Так, давайте. Я думаю, что у нас сейчас получится. Сейчас... Да как так? Ладно, еще одну попыточку. Надеюсь, сейчас точно все получится. Короче... Сейчас мы будем уже проходить спокойно без монстров. То есть до этого мне надо было монстров побеждать, отвлекаться на них. Сейчас я просто, видите, вот так вот хоп-хоп пропаркурил. Мы можем даже по шипам вот здесь пробежать. Ай, 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 да, немножечко сердечек потратили. Но зато прошли испытания. Так, что у нас здесь? Мечи, мечи, это неинтересно. Проходим дальше. Какие тут монстры? Ай-яй-яй, аккуратно, отстань от меня, сынуля длинные ноги. Тут реально разных монстров много, и они все злые. Так, выглядят они мило, как красный Соник, но это злой Соник, ребята, и вот этот золотой тоже злой. Так, ну давайте. О, у меня есть молниеносная пушка, я могу молнией сразу по всем стрелять. Ху-ху, круто. Только у нее патроны, конечно, тоже не бесконечные, но это реально классная пушка. Так, что это такое? Мне нужен ключ, чтобы пройти дальше. Что в сундуках? Стрелы, окей, стрелы и лук. У меня есть ключ, давайте попробуем его использовать. Ага, не работает, ребят. Мой ключ сюда не подходит. Видите, я нажимаю, и она не срабатывает. Значит, нам нужен все-таки новый ключ. Скорее всего, мне нужно попасть по вот этим кнопочкам. Сейчас это сделаем. Так, попадаем, отлично. Первый фонарь зажгли, второй зажгли. Отлично, пока все хорошо идет. Смотрите, я даже ни разу не промахнулся, я 5 из 5 выбил. Где мой ключ? Эй! А где мой ключ? У меня был как тот был, тот и остался. Эй, вы меня обманули, да? А, вон он просто упал вот туда за забор. Все, я забрал новый ключ, видите, у меня теперь второй. И этот, да, этот срабатывает и открывает дверь. Здравствуйте, монстры, привет! На стенах, ребят, здесь еще другие монстры. Ладно, сейчас с вами справлюсь. Сиреноголовый Ванесса, отстань от меня. Не надо, пожалуйста, пожалуйста, Ванесса. Ой, там многоглазый, смотрите какой. Ладно, сейчас я попытаюсь с ними со всеми справиться. Со всякими миньонами и монстрами из Банбана. Так, я, короче, возьму себе кислотную пушку и забросаю этого ниндзю кислотой. Бэмс! Отлично. Открываем дверьку и смотрим, что у нас здесь. А здесь у нас портал, ребят. Погнали! О, ребяточки, я вернулся обратно. Вот такие вот интересненькие персонажи у нас сегодня были. Видео, вот такой ролик получился. Я надеюсь, он вам понравился. Обязательно поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал. А с вами был я, Зомбак. Вверху летит самолет. Всем удачи и пока-пока! И снова привет! Нажимай на эти видео, иначе я приду к тебе ночью!